Бесхозный рюкзак был обнаружен на территории Пироговой «Русский двор». По словам сотрудников общепита, который работает круглосуточно, его оставил молодой человек, который завтракал в заведении рано утром. Пересменка в 9 часов утра была. Со слов бармена, пришел молодой человек, заказал еду. Это было часов 5 утра, наверное. Покушал, расплатился, сказал: «Не убирайте мою еду», то есть он не доел. И вот оставил этот рюкзак, сказал: «Я сейчас приду». И ушел. Сотрудники Пироговой забили тревогу. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и карета скорой помощи. Придомовую территорию оцепили. Проверка рюкзака производилась кинологом управления внутренних дел. Специально обученная собака признаков взрывчатки не выявила. После чего сумка под контролем полицейских была вскрыта. В ней находились вещи и сменная обувь.